Thank you.
давайте сильно прославим Иисуса, который был, есть и грядет. И сегодня день, когда Христос воскрес. И дьявол под нашими ногами. Сегодня день, когда мы будем строить жертвенник великому Богу. И когда царство тьмы будет разрушаться в этом городе. Потому что следующие 4 часа мы будем славить Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Добрый день, новое поколение. Наш Господь на троне. И сегодня время славы и хвалы. Мы находимся в прямом эфире телеканала CNL. И я также поздравляю всех-всех, кто сегодня вместе с нами хочет возвеличить имя Иисуса Христа. Мы увидим чудеса, мы увидим знамения, мы увидим исцеление, мы увидим великую Божью славу. Аллилуйя! Воздвигни свои руки к святилищу и благослови Господа! Славу, народ Божий! Халлелуя! Сделай шум хвалы! Мы будем славить тебя! Господь, и зальется Божий дождь на всякую плоть, на всякую плоть, на всякую плоть. Дух Святой нагонит тучи, и зальется Божий дождь, и грядет всемогущий царь царей, вожди всех вождь, вождь. И царь царей. Сойдет на землю, с тем дождем идет Господь, и зальется Божий дождь на всякую плоть, на всякую плоть.
всякую плоть. Дух Святой нагонит тучи, и зальется Божий дождь, и грядет всемогущий Царь царей. Вожди, если Божий дождь, и Царь царей. Он чудесный, и мы еще и еще будем славить Его. Аминь! Воздай громкую славу Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте будем благодарить Бога. Скажи спасибо тебе, Иисус, за все, что ты сделал для меня. Мы благодарим тебя. Ты великий, ты прекрасный, ты всемогущий. Аллилуйя! Ты готов славить Господа, танцевать перед Ним? Эй! Господи моем, жизнь и благодать, Господи моем, праведности мир, пусть хвала моя, как птица, Господу летит. Буду петь и танцевать я, как царь Давид. Господи моем, жизнь и благодать,
в Господе моем. Праведность и мир, пусть хвала моя, как птица, Господу летит. Буду петь и танцевать, я как царь Давид. Господи моем, жизнь и благодать, Господи моем, праведность и мир, пусть хвала моя, как птица, Господу летит. Буду петь и танцевать, я как царь Давид. Слава душа моя всегда, прославляй душа моя, Господа. Только ты один достоин славу всю принять. Я перед тобой буду петь и танцевать. Слава душа моя всегда, прославляй душа моя, Господа. Только ты один достоин славу всю принять. Я перед тобой буду петь и танцевать. Буду петь и танцевать перед тобой. Аллилуйя. Слово Твое чистое освежает жизнь мою. Истина и благодать заставляют танцевать. Слово Твое чистое освежает жизнь мою. Истина и благодать заставляют танцевать. Слава душа моя всегда, прославляй душа моя, Господа. Только ты один достоин славу всю принять. Я перед тобой буду петь и танцевать. Слава душа моя всегда, прославляй душа моя, Господа. Только ты один достоин славу всю принять. Я перед тобой буду петь и танцевать. Прославляй Иисуса. Освежает жизнь мою. Истина и благодать заставляют танцевать. Слово Твое чистое освежает жизнь мою. Истина и благодать заставляют танцевать. Слава душа моя всегда, Господа. Прославляй душа моя, Господа. Только ты один достоин славы принять. Я перед тобой буду петь и танцевать. Слава душа моя всегда, Господа. Прославляй душа моя, Господа. Только ты один достоин славу всю принять. Я перед тобой буду петь и танцевать. Все вместе. We'll be right back.
подари Господу славу! Сегодня небеса смотрят на нас! Халлелуя! И блажен народ, у которого Господь есть Бог! Ты можешь подарить ему еще славу! Халлелуя! Мы прославляем Тебя, Иисус! Мы тот народ, у которого Господь есть Бог.
Господь есть Бог.
Господа! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Скажи кому-то: Бог благ и милостив. Он меня любит. Он тебя любит. Он Запорожье любит. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Братья и сестры, вы все можете присесть. Слава Богу! Слава Богу! Хор! Вышел ангелы! Слава Богу! Аллилуйя! Братья и сестры, сегодня хороший день. И новое поколение собралось здесь, чтобы молиться нашему Богу. Библия говорит, что если народ мой смирится и будет молиться, я исцелю эту землю. Братья и сестры, земля исцелится. Аминь. Аминь. Мы будем жить в самой лучшей европейской стране. Аминь. Аллилуйя. Американцы будут просить у нас визу. Немцы будут просить у нас визу. Потому что Господь Иисус станет Господом этой страны. Аминь! Слава Богу! Аллилуйя! Аминь! Итак, братья и сестры, я хочу сказать несколько слов. В 2012 году мы сделали усилия над собой, над своим, может быть, плотью. И мы напряглись и открыли около 50 церквей. Слава Богу! И если в прошлом году, в это время, в новом поколении было 10 тысяч человек, сейчас мы говорим о 14,5 тысяч людей. Многие из них находятся здесь. Слава Богу! Но Господь сказал нам двигаться дальше. И сегодня у нас 215 церквей. Но в этом году, в 2013 году, их должно стать 400. Мы постоянно молимся. И сегодня мы будем об этом молиться. Жатвы много, делателей мало. Чтобы Иисус Христос выслал делателей на свою жатву. И я знаю, многие из этих делателей, они сидят сегодня здесь. Бог хочет, чтобы ты стал служителем. Принял помазание, принял веру, принял огонь и начал проповедовать Евангелие с великой силой. Аминь! Аминь! Если ты хочешь служить Богу, воскликни громко Ему хвалу. Аллилуйя! И с 9 сентября у нас начинается миссионерская школа. Это та школа, которая подготовит 200 сильных помазанных пасторов,
для того, чтобы в этом году мы смогли открыть еще 200 церквей. И если ты чувствуешь в своем сердце, в своем духе призвание от Господа, это обозначает лишь одно. Мы не зря молимся. Потому что когда мы молимся, Бог говорит. И Бог говорит в твое сердце: оставь все и следуй за мной. И я тебя благословлю. И если ты чувствуешь призыв Божий стать пастырем, войти в свое призвание, стать пастырем новой церкви, сейчас на этом стадионе в каждом секторе есть группа порядка, которая имеет вот такие вот буклеты, в которых есть приглашение на библейскую школу. Если можно, группа порядка, помахайте мне этими буклетами. Там, где вы находитесь. Слава Богу! Слава Богу! Теперь я хочу задать вопрос. Если ты чувствуешь призвание стать пастырем, строить церковь, распространять Царство Божье на этой земле, войти в планы Божьи. Ты спрашивал, почему я не благословен? Потому что ты не вошел в Его планы. Когда ты войдешь в Его планы и ответишь на Божий призыв, Бог тебя благословит. И если ты чувствуешь это призвание, я хочу, чтобы прямо сейчас ты взял вот эту, вот этот пригласительную, открыл ее изнутри, достал оттуда анкетку и прямо сейчас заполнил ее. И когда у нас будут идти ведра для пожертвования, брось ее туда, оставь там свой телефон, свое имя, свой город, и я думаю, ты станешь одним из тех, через кого Бог будет действовать. А сейчас я хотел бы спросить, есть ли те люди, которые хотят стать пасторами, которые хотят приехать на миссионерскую школу с 9 сентября по 4 октября, если такие люди есть, я вас попрошу, пожалуйста, встаньте сейчас. Встаньте там, где вы находитесь, встаньте. Встаньте там, где вы находитесь. Пожалуйста, группа порядка. Все, кто поднялся сейчас, если вы в хоре, поднимитесь тоже. Все, кто поднялся, раздайте им эти пригласительные. И мы будем видеть новых людей, которые будут пробуждать эту страну. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте большую славу Иисусу дадим. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И буквально недавно у нас открылась одна церковь в городе Новокузнецк, Россия. И Бог уже очень много сделал в жизни этого пастыря, в жизни этого города. И сегодня вы послушаете это свидетельство, и также мы соберем свои пожертвования. Дорогие, мы здесь строим Богу жертвенник, и нам нужен настоящий жертвенник из жертв. Аминь! Александр, пожалуйста, давайте прославим Бога. У нас великий Бог! Закричи Ему! У нас великий Бог! Ты любишь Бога? Давай громче закричим! Аллилуйя! Давай еще раз закричим! Давай будем двигать небесами! Где твой голос? Где голос твой? Вау! Слава Богу! Наш Бог великий, всемогущий! Я приехал с России, с Кемеровской области, город Новокузнецк. Полгода назад мы купили здание за 150 тысяч долларов. Я отучился 2 года назад в библейской школе.
в Першотравенске. И Бог нас благословил своим зданием. Бог являет свои чудеса. Всем надо ехать в библейскую школу. Все должны быть пасторами. Скажи на это аминь. 3 года назад меня Бог исцелил от ВИЧа. Мою маму исцелил Бог от рака. Бог являет чудеса. Ты хочешь в своей жизни чудеса? Закричи ему! Закричи больше! 1,5 года назад у меня чуть не умер брат. Он укололся, и у него лопнула кора головного мозга. Когда мы приехали в больницу, врачи сказали, то, что твой брат, 99% то, что он умрет. Если он останется жив, то, что он 100% останется инвалидом. Но Бог явил свое чудо. Сегодня у него семья. У него сегодня ребенок. Бог исцеляющий Бог. Закричи ему. Он достоин. Закричи громче. А кто хочет Божьего благоволения? Ты хочешь Божьего благоволения? Если ты хочешь Божьего благоволения, закричи! Он достоин! Я хочу прочитать одно место Писания. Это написано в Левитах. 22 глава. Если у тебя есть Библия, открой. И 9 стих. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. Аллилуйя! Аллилуйя! Ты хочешь Божьего благоволения? Может, тебе надо исцеление? Может, тебе сегодня надо свое здание? Может, тебе надо освобождение от бесов? Но я тебе хочу сказать, приобрети благоволение у Бога! Приобрети благоволение! Знаешь, Библия говорит, прославляющих Его я прославлю! Ты хочешь, чтобы Бог прославил твою семью? Ты хочешь, чтобы Бог поднял твою семью? Ты хочешь Божьего помазания? Но оно что-то стоит сегодня. У нас великий Бог. Хорошее прославление. Хорошее поклонение. Аминь. Я хочу, чтобы вы взяли свою жертву. Я хочу, чтобы вы взяли жертву. Чтобы жертва, она сегодня двигала небесами. Чтобы жертва, она сегодня приобрела благоволение. Аллилуйя! Закричи громче! Библия говорит, если приносите Господу жертву, благодарение, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. Ты готов? Ты готов? Если ты готов сегодня, чтобы Бог посетил тебя, может, чтобы ты вошел в свое призвание, может, чтобы ты получил исцеление, возьми ту жертву, которая сегодня для тебя дорога. Аминь. Жертва – это не то, что ты сегодня взял в руки, а жертва – это то, что у тебя осталось в кошельке. Жертва – это тогда, когда тебе больно что-то дорого давать. Аминь. Знаете, когда моя мама получила исцеление от рака, я принес жертву Богу, чтобы Бог исцелил ее. Когда мы приобрели здание за 150 тысяч долларов, я принес Богу жертву. Ты хочешь чудо? Я не слышу. Ты хочешь чудо?
Если ты хочешь чудо, возьми свою жертву. Возьми жертву, покажи Богу ее. Возьми жертву свою. И Бог явит чудо. Я знаю то, что наш Бог, Он великий. Я знаю то, что Он решит твои проблемы. Возьми жертву свою. Когда возьмешь, мы будем молиться. Дух Святой, я прошу тебя, во имя Иисуса, пусть эта жертва приобретет благоволение перед тобой. Кому надо исцеление, исцели. Кому надо освобождение, освободи. Пусть сила Божья придет. Дух Святой, я прошу, чтобы ты двинулся на этом месте. Пусть помазание сегодня придет. Пусть церкви наполнится. Пусть, мой Бог, сила твоя придет. Я прошу тебя, мой Бог, яви свое чудо. Реламасуту маман рабобос. Рекарабосуту рабробогус. Дух Святой, я прошу тебя, открой небеса еще больше. Пусть помазание Божье, оно наполнит это место. Дух Святой, пусть люди, они сегодня будут жертвенными во имя Иисуса. Пусть помазание больше сходит. Дух Святой, я прошу тебя, пусть люди получают исцеление, помазание, рост во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Иисус Господь! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Если ты ждешь свое чудо, сейчас сделай особенное приношение для Господа. Те люди, которые в эфире находятся, ожидайте. Господь изливает на жаждущие. Если ты ждешь, если ты жаждешь, если твое сердце трепещет, сегодня совершатся великие чудеса. И через этот эфир прямой тысячи людей, десятки тысяч людей по всему миру смотрят сейчас. Ожидайте вашего чуда. Кто на стадионе находится, ожидайте ваше чудо. Когда вы сеете семена, сейте в чудеса. Чудеса от Господа. Веруешь ли ты в чудеса от Иисуса? Веруешь ли ты в чудеса от Иисуса? Веришь ли ты в чудо? Аллилуйя. Я Максим Максимов, президент телеканала CNL. И для меня великая радость сегодня быть вместе с новым поколением. Новое поколение! Господь с тобою! Новое поколение! Господь здесь! Вы знаете, когда я вышел здесь, на стадион сбоку, я чувствовал волны Святого Духа. Если ты духовный человек, ты ощущаешь вот это движение славы Божьей. Сегодня слава Божья на этом месте. А там, где слава Божья, там происходят чудеса. Где слава Божья, происходят чудеса. Скажи, я хочу славы. Я жду славы твоей. Аллилуйя. Много лет назад Господь прикоснулся ко мне и сказал: «Максим, сделай невозможное». И знаете, когда мы открыли телевидение, запустили на спутники, это невозможно. До сегодняшнего дня я понять не могу, как мы это сделали. И, может быть, потом разберусь. Но я хочу сказать, невозможное возможно. Невозможное возможно. Бог говорит на невозможное, Он говорит «возможно». На немощное, говорит Господь, сильное. На больное, Он говорит, здоровое. На одинокое, Он говорит, многодетное. Он смотрит на тебя и говорит, благословен ты. Сегодня мы в присутствии Божьем. Новое поколение, такая радость, что вы собрались вместе. Это историческое событие. И об этом еще будут вспоминать многие-многие годы, потому что слава Божья спустилась сюда.
Я жду славы Божьей. Драгоценные зрители, которые смотрят нас, ожидайте Божьей славы. К нам поступают сейчас звонки со всего мира. Там сидят девушки, принимают звонки отовсюду, по всему земному шару. Люди вместе с нами говорят, мы ждем чуда. Мы ждем силы. Мы ждем спасения. Мы ждем Бога. Мы ждем Бога. Телеканал CNL ожидает, что через этот эфир множество людей уверуют в Иисуса Христа. Ведь это самое главное. Иисус сказал, идите и научите все народы. Все народы. Люди, вместе с вами сегодня мы идем во все народы с проповедью Евангелия, со спасением, с благословением, с исцелением, с вечной жизнью для каждого человека. Вместе мы сильны. Новое поколение. Вместе мы сильны. Вместе мы сильны. Наша сила в единстве. Благодарю Господа за эту возможность вещать этот эфир телеканалу CNL. Благодарю Господа за каждого человека, который поддерживает нас и делает возможным благовествование Евангелия по всему лицу земли. Склони свою голову. В молитве, Господь, благодарим Тебя за то, что мы сегодня изменяем историю и проповедуем Твое Евангелие. Мы хотим быть верными служителями Твоими, доносить Евангелие до краев земли, до каждого города, до каждого селения, до каждого места. И да будет Тебе, Господь, дана слава, и да прославится Твое имя над всей землею. Иисус, Ты Господь, во имя Отца и Сына и Святого Духа, и все скажем, аминь. Новое поколение, Господь с тобою, Господь с тобою, когда молюсь, ты слышишь. Я убежден, когда пою, ты рядом. Я убежден, когда молюсь, ты слышишь. Я убежден, когда пою, ты рядом. И верю я, историю творим молитвой мы, историю творим молитвой мы, историю творим молитвой. Историю творим молитвой мы.
молю, приди, Иисус, 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 я молю. Щит, ты тот Бог, что исцелит. Ты Лилия Долин, яркая звезда светит. Ты драгоценный Бог, первый и последний во всем. Кто чтоб ни говорил, я молю, приди. Я молю, приди, Иисус. Приди, Иисус. Я молю, приди, Иисус. Приди, Иисус. Я молю, приди, Иисус. Приди, Иисус. Я молю, приди, Иисус. Я молю, приди, Иисус. Ты мой меч, скала и щит. Ты тот Бог, что исцелит. Ты Лилия Долин, яркая звезда свети. Ты драгоценный Бог, первый и последний во всем. Но чтоб не говорил, я молю, приди. Я молю, приди, Иисус. Приди, Иисус. Я молю, приди, Иисус. Приди, Иисус. Я молю, приди, Иисус. Приди, Иисус. Я молю, приди, Иисус. Я молю, приди, Иисус. Я молю, я молю. Оставляю тебе все равно.